В город Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края поисковый отряд «Святой Гавриил» отправился впервые. Но выбор на эту местность пал не случайно. Бои освобождения Кубани, где принимала участие и потеряла очень много бойцов, наша 7-я гвардейская стрелковая бригада, сформированная в частности из жителей Меликеса. Основная цель? Подъем и последующее перезахоронение, установление личности солдат, офицеров Красной Армии, числящихся пропавшими без вести или погибшими и незахороненными со всеми воинскими и духовными почестями. На Кубань отправились 10 димитровградских ребят. Большинство из них в подобной экспедиции участвуют впервые. Но то, что им предстоит серьезная, кропотливая работа, все прекрасно понимают. Хранить людей, там, которые воевали нормально. Ничего, будем выкапывать до последней косточки его и захоранивать. Провожали мальчишек друзья и близкие. И каждый из них не просто понимает значимость поисковых работ. Почти в каждой семье война оставила горькие воспоминания. Мне выпили дедушка, как говорят, как он не вернулся с войны. Говорят, он где-то на Днепре умер. А мы даже не знаем, ни раз не видели, не ездили. Именно поэтому Людмила Иванова, хоть и переживает за сына, но отпускает с легким сердцем. Гордость есть, да, то, что все-таки он поехал с этим отрядом. Напутственные слова ребятам сказали не только их родители, но и представители городского совета ветеранов войны и труда. А благословил поисковый отряд священник Свято-Никольского кафедрального собора и иерей отец Владимир. Виктория Меметова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.